Это же самый дорогой, мать его, кран! Легендарок с статреком в новой коллекции! Ой, приветик, давненько не виделись. Здорово всем, ребята, Кентуха на проводе. И прямо сегодня мы проверим новое крафтим Stand of 2. Потому что я буду крафтить новую коллекцию, которой даже нет на рынке. И все эти скины с новой коллекции, которые вы видите прямо сейчас у вас на экранах, и прямо сегодня мы попробуем сделать нечто невероятное. Возможно, я даже выбью новый ножичек. Кто его знает, ну, ребята, прямо до секунду прожмите лайкусик. Обязательно подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий, чтобы понимали, на все эти скины я потратил более 50 тысяч голды. Я потратил 50 долбанных косарей, чтобы купить кучу кейсиков, их открыть, и у меня были все эти скины с новой коллекции. Это нечто невероятное. Такое еще никто не снимал, ну, ребята, пожалуйста, прожмите лайк, обязательно подпишитесь. Так, ребятки, есть одно маленькое важное объявление. Сейчас все эти скины, как мы видим на рынке, но в момент, когда снимал это видео, их не было на рынке. Поэтому я на них реально потратил 50к голдишки. Просто представьте, какой же я неудачник. Я потратил 50 косарей, чтобы мне выпал хотя бы один ночь стилит. И знаете что? Мне ни единого ножа не выпало. Только на втором аккаунте выпал. Ну ладно, ребят, все, поехали. Начинаем делать крафтик. Как же давно это не делал, ребята. Кто тоже соскучился по крафтам, пожалуйста, напишите хэштег Кентуха больше крафтов, и я буду снимать гораздо больше подобных видеороликов. Я просто смотрю и плачу. Вы понимаете? Это, вроде бы, это обычные рарки. Но на вот эти рарки потратил 1000 голды. Прям сейчас минус косарь. Бух! АВМ Кингс! Замечательный, прекрасный скин. Ребята, будем начинать с рарок, а закончим легендарками, статреками. Вам не послышалось, я понимаю, что это будет стоить очень дорого, но я все это делаю ради контента. Поэтому, ребят, пожалуйста, давайте прожимаем лайки и подписываемся. Ребятки, посмотрите, как же много у меня рарок. И прямо сегодня мы все это скрафтим, и большинство этих рарок с новой коллекции. Давайте, ради интереса, я беру 5 MP7 бананчиков и беру теперь 5 с новой коллекции. Ахалай, нахалай! Эпик, выпадай. Блин, скорпион коллекция, что закидала? Вы хоть знаете, сколько мне пошли эти рарки? Я не просто зашел на рынке и их купил. Я все эти долбанные рарки выбил. Поэтому, ребята, тут, вот, я очень надеюсь, что больше герои не будет. Все, выбираю как можно больше скинов с новой коллекции. И сейчас мне по-любому выпадет Аван Кингс. Смотрите, угадал? Опять Игорь Карбон! Я твой рот труба шатал! Да вы совесть-то имеете? Вы хоть знаете, сколько это стоит? Это можно почку продать, обратно ее купить, обратно продать. Попыточка номер 2. Обратно. Я беру 4 скина из Скорпион коллекции и 6 скинов с новой коллекции. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И... опять скорпион, да вы на приколе? Не, ребят, мне что-то кажется, что тут какая-то дичь. Шансы на крафт, походу, занижены для... или как? Давайте, ради интереса, я брать 3 скина из скорпион коллекции. И 7 скинов я беру с новой коллекции. Если мне сейчас обратно выйдет скорпион, я удаляю эту игру. Просто удаляю. И... о, блин, у нас стеклэшек, фух, я уже думал ругаться, все нормально. Все хорошо, все эти бомбони, ребятки. С вас лайкусик, подписочка, ну пока что самое скучное. Это, ребята, крафты рарок. Но потом-то, вы сами-то понимаете, пойдет жара по трубам, потом-то будет очень интересненько. О, АВМ Кингс, кстати, очень прикольный скин. Я с этим авиком даже играл, советую всем поиграть, он очень крутой. Вы посмотрите, как же у меня его много, его как будто просто бесконечно. Как же много этих эпиков. Обалдеть, не встать. Ну чё, ребят, давай как можно быстрее закончим с этими вонючими рарочками. 1, 2, 3, 4, 5, вышел, значит, погулять. Вышел заяц на крыльцо, почесаться и яйцо. Сунул руку, нет яйца, так и шлепнулся с крыльца. Опа! Сюда, еще один мой любимый АВМ Кингс. Так, ребят, у вас там рарочки собирать заканчиваются или нет? Долбанных рарок. И нам выпадает еще один P90 Clash. А потом просто представьте, когда я буду крафтить уже легендарки. Там уже будут падать арканы с новой коллекции. Что? Давайте все напишем хэштег Rampage. Ну, просто, чтобы выпадала нам только новая коллекция. Так, сюда, 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 сюда. Еще один P90 Clash. Фух, ребята, еще осталось буквально парочка крафтов. И вроде бы как с рарками мы покончили. Да как мне выпало скорпион коллекция? Ну это невозможно, это невозможно. Я вам говорю, я очень надеюсь, то, что я сегодня выпью новый нож стилета. Я знаю, что это возможно. И не надо говорить, что это не так. Это возможно 100%. Так, выбирая только новую коллекцию и 10 скин, у нас будет просто импостный банан. 10. И мне выпадает... тай-дай! Ах ты ж, засранец-то маленький, тай-дай, этот вонючий. Или последний, или предпоследний крафтик, и они же вроде бы как должны заканчиваться, потому что я смотрю... все, ура! С рарками закончили.
приступаем к раркам статрекам. Вот тут, ребята, будет уже поинтересней. Так, ну что, как думаете, что нам выпадет? Я выбрал 8 скинов с новой коллекции и 2 скина старой. Это один Акар Карбон и G2 Zastarfall. И нам выпадает Леди энд Джентльмен с... Статрек по 90 клэшки! Ой-ой-ой, как же это круто! Братанчик, как тебе новенький М16? Нравится? А голда на него есть? Нету? Нету? Тогда я тебе рекомендую залететь на болдропщик. На болдропе ты сейчас сможешь поднять топовый дроп. Ты сейчас сможешь поднять очень много голдишки. Тем более недавно у них вышел голд пас, в котором ты себе сможешь поднять изи нож. И все это будет даже бесплатно. А по моему промику в комментариях ты себе сможешь совершенно бесплатно получить халявную голдишку. Бесплатно просто вел и получил. Все, ребятки, а мы идем дальше. Просто имбулечка крафтим этих вонючих игнатов. И нам обратно же выпадает Статрек АВМ Кингс. Окей, понял, принял, чики-бомбони. Так, что, нам на третий крафт хватит? Не, на третий крафт нам не хватает, поэтому я предлагаю докупить еще 4 рарки статрек. И мне выпадает, как вы думаете, что? Статрек! Ты где летай, дай, ура, ура, ура! Ой, хорошо-то как. Так, все, ребята, теперь мы приступаем к эпикам, наконец-таки. Новая коллекция, новый крафт есть... Да! Новая коллекция. Повезло, повезло. Мне прям очень сильно повезло. Ребята, вы уже не представляете, но мы уже потихонечку добираемся до легендарок. А там до легендарки, там недалеко и арканы с новой коллекцией. Обалдеть не встать. Так, выбираю 5 скинов Скорпион коллекции, 5 скинов с Ревенж коллекции. И как вы думаете, что же мне выпадет? А-а-а! Мне выпадает, конечно же, моя любимая Скорпион коллекция. Я твою трубу шатал! Раз, два, три, четыре. И идет 5-й скин. И вот 5-й скин. И... О, беретос выпали! Имба! Я выбрал 7 эпиков с новой коллекции и 3 со старой. И, конечно же, мне попадает МАК-10. Ты еще красавчик-то какой. Вы посмотрите, я просто крафчу по КД, а скины как будто не заканчиваются. У меня 229 скинов. Как можно быстрее, побыстрее, роднулечки мои. Еще одна легендарка. Обалдеть. Пожалуйста, не Скорпион, не Скорпион, не Скорпион. Скорпион! Давай, 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 давай. О, еще не берется, имба. Так, 4 скина выбрал. И выбираю теперь еще вот таких вот 5 скинов. И мне выпадает. А, братаки, мой любимый берется. Берется, я вас люблю. Я выбрал 5 скинов с новой коллекции. И теперь выбираю 5 скинов из старой коллекции. И что же нам выпадет, как вы думаете? Мне выпадает... Шарп коллекция? А шарп коллекция тут вообще каким боком? А почему мне не падают скины с паттернами? Посмотрите, очередная легендарка без паттерна. Как это возможно? Или паттерны падают только с кейсиков? Я не знаю, кто знает, ребята, напишите, пожалуйста, в комментариях. Ну, какой-то там АКР-12 карбон, давайте. И еще одна легендарка с Revenge коллекции. Та ты что? Я выбрал 5 скинов из новой коллекции. И теперь выбираю 5 скинов, те, которыми были просто в инвентаре. И мне выпадает... Фэбл коллекция, чё? Ну ладно, ребятки, приступаем теперь еще к эпикам. Эпики, статреки, идите к папе, идите к папе. Ого-го, посмотри, как у меня много всяких скинов. Так, да. Я выберу 8 скинов, вот этих UMP-45 Cerberus. И 2 скина я выберу с новой коллекции. Это AWM Kings и еще один AWM Kings. И мне выпадает барабанная дробь и... Легендарка статрек, еще одна легендарка статрек. Короче, ребят, мне понравилось рисковать. Я еще купил немножечко эмочи Гран-Прикс. Я прям сейчас придумал один очень гениальный крафт. Я буду брать 9 эмочи Гран-Прикс. 50-й скин будет именно с новой коллекции. И мне кажется, именно таким макаром я буду выбирать легендарки только с новой коллекцией. А, не удалось найти ресерв для крафта. Ребята, хэштег бархатные тяги. Прямо сейчас я хочу скрафтить легендарку с новой коллекцией и... Да ёпсель-мопсель! Чё за дичь? 5 minutes later. Сюда! Еще одна эмочка! Лизер статрек! Обалдеть! Тут без вариантов. Сейчас будет крафтовая коллекция, не переживайте. Сюда! Статрек, бери это! Да! Так, ребята, плюс еще одна легендарка статрек! Просто представьте, а потом, возможно, я скрафчу аркану статрек! Что? Мне аж плохо становится. Если прямо сейчас мне подать легендарки с новой коллекции, я просто самый счастливый человек в мире. Да! 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 Легендарки с новой коллекции будут стоить минимум пару тысяч голды! Это имба! Как же рад, вы даже не представляете!
смотрите, что я придумал. Я беру 4 скина из старых коллекций. Дальше беру 1, 2, 3. 3 эмочки Grand Prix. И теперь я беру 3 эпика статрека с новой коллекции. 1, 2, 3, 4. И... Да! Ух, еще одна легендарка статрек. Что? Ну а если опять мне подать легендарка статрек... Я не знаю, что я сделаю. Я сальто назад бахну прямо сейчас. Отвечаю. Еще одна легендарка статрек. 4 скина из новой коллекции и 6 скинов из старой коллекции. Я знаю, что мне повезет. Смотрите. Смотрите. Не понял? Не понял? 2 скина из новой коллекции и все остальные из старых. И... Блин! 6 скинов из... Давайте даже 7 скинов из старой коллекции. И беру 3 скина из новой коллекции. И мне выпадает, как вы думаете, что? Еще одна новая коллекция! Что? Я беру прямо сейчас 8 скинов из старой коллекции. И беру всего лишь 2 скина. Не, хотя давайте 3 скина беру из новой. Если мне еще обратно подать новую коллекцию, я просто съедаю свою руку. Давай, давай, давай. Блин, ну это было очень предсказуемо. Это было прям очень предсказуемо. Но это я сильно губу раскатал. И наш последний крафт эпика. И мне выпадает еще одна статрек легендарка. Ну а теперь, ребят, мы приступаем к самому лакому и самому интересному. Мы будем крафтить легендарочки, легендарочки, легендарочки. Давайте я крафту так. Я беру 5 скинов из, смотрите, 5 скинов из новой коллекции. И 5 скинов, например, из старой коллекции. Хотя нет. Ну давайте G2 заказывал, была не была. Пожалуйста, я умоляю, новая аркана, новая М16, иди к папе. Да! Да! Вау! И пулечка! Сюда! Сюда! Ребята, это только начало, поверьте вы мне. Вы посмотрите, как же у меня много всех этих скинов. Фух, вот это, конечно, рад. Просто у меня плюс мораль, плюс настроение. Все. Я надеюсь, сейчас выпадет Дигл. Давай, Дигл, давай, давай. Да! Я как будто знаю будущее! Мне уже выпало 2 арканы! Блин, это еще мы даже не дошли до 100 треков, а что будет дальше, я даже не знаю. Все, ребята, как можно быстрее делаем все крафты, делаю. Обратно-таки выбираю много скинов с новой коллекции и выбираю много скинов из старой коллекции. Вообще, давайте буду выбирать все подряд, будь что будет, правильно? Просто будь что будет. Будь что... В смысле? Выбрали 4 скина из новой коллекции. Теперь выбираем немножко скинов из старой коллекции. И обратно выбираем 3 скина из новой коллекции. И мне выпадает сюда еще одна М16! Обалдеть! Я даже не ожидал, что мне насколько сильно повезет. Я не знаю, когда все это выйдет на рынок, я разбогатею. Поверьте мне, я буду сказочно богатым. Пожалуйста, а можно еще один скин с новой коллекции? Пожалуйста. Ну ладно, ладно, это я уже слишком наглею, мне и так уже выпало очень много крутых, дорогущих легендарок, поэтому давайте мы сильно наглеть не будем. Выбираем просто все подряд, давай, оп, и... Блин, ну это вообще самая лажа выпала. Выбираю, просто смотрите, выбрал 5 скинов из новой коллекции, про даже 6, пожалуйста, можно аркану с новой коллекции, Revenge, давай. Давай! Да! Еще одна М16! Сюда! Вот я понимаю. Ну что, ребятки, с кем поделиться голдишкой? Пишите прямо сейчас в комментариях. Буду делиться со всеми. Так, выбрал 6 скинов из старой коллекции и брать 4 скина с новой коллекции. И мне выпадает! Фух, ребят, я очень переживаю, очень волнуюсь. Давайте, просто хэштег удачи. Прямо сейчас. Новой коллекции. Иди к папе, давай! Да! Новый Дигл! Имба! Ну а прямо сейчас, ребята, будет то, ради чего вы все сюда пришли! Это самый дорогой, мать его, крат! Легендарок, статреков, новой коллекции! У меня их реально не очень много. Давайте посчитаем, сколько у меня всего легендарок с новой коллекции. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 7 или 8 штук. Ребят, давайте так. Я выберу 6 MP7 аркад. Вот прям сейчас. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И выбираю 4 скина из новой коллекции. 1, 2, 3, 4. Пожалуйста. Если есть, то там сверху. Ну, это я про разработчиков стендофа, конечно же. Если вы есть, то где-то сверху. Мало ли вы где-то смотрите мой экран. Мало ли вы видите, что я делаю крафт. Пожалуйста, подкрутите мне аркану статрек с новой коллекции Revenge. 3, 2, 1. И... Да! Да! Это нереально! Это нереально! Я это сделал! Блин! Дигл, статрек! Вау!
Какая эта имба, он будет стоить 1010 голды! И я его скрафтил, да! Это разнос, это полный разнос. Ну а следующий наш крафтик называется Нанубагалимо, потому что вероятность, что мне повезет, она очень маленькая. Я 9 выбрал, скину из фэбл коллекции, и 10-й, это вот этот спасик с новой коллекции. Ну, а мало ли, вдруг разгод и палки стреляет? Блин! Короче, ребята, я так подумал, сейчас крафчу и спасик. Все, была не была. Спасик, извиняй. Надеюсь, мне выпадет новая коллекция. Пожалуйста, можно? М16, статрек, Аркану. Фу, какая перка! Я потратил на этот крафт миллиард голды, миллиард! Как выпал сейчас, долбанный? Как? Теперь давайте посмотрим, хватает ли мне... А, мне хватает на еще один крафтик. Ничего себе, сказал я себе. Оп! Ха, мой любимый, во всем ином. Я твой ретрибашнул, фу, бегай. Ну что же, ребятки, вот так вот выглядит мой инвентарь после всех этих крафтов. Я очень надеюсь, что вам понравилось мое видео. Обязательно прожмите лайкусик, подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий. С вами был ваш Кентуха. Всем хорошего настроения, хорошего дня. Всем пока-пока.